Прям секунда. Она сразу таз подняла, и он ее покрыл. Не успел даже у него там... Не успел даже проснуться. Вот сейчас ждем второго покрытия. Вот, уже второе покрытие. Что-то мне подсказывает, что мимо было, но я точно не видел. Но первое было прям точно в цель. И она таз подняла в ту же секунду, что его увидела. Самка, напомню, возрастна. Ей 1 год и 2 месяца. И это у нее первая случка. Будем надеяться, что ее долгая, так сказать, девственность не повлияет на ее репродуктивные свойства. И она будет хорошей матерью. Покрытие второй девчульки. Ей 5 месяцев. Она оказалась не такой активной, как ее подружка. Тара сама готова на него запрыгнуть. Сама еще кто кого. Прям не знаю, что и делать в таких случаях. У меня такая же была строкачиха. И именно с этим калифорнийцем. Надеюсь, что на этом их брачные игры закончатся. И она спокойно ляжет. Но охота у нее есть. Так и не покрыл. Иди давай, работай. Итак, покрытие произошло. Вон клочок шерсти в зубах. Но пришлось самцу немного помочь, подержать ее.